Ивановской областной общественной организации «Колыбель» исполнилось 10 лет. Итоги работы за эти годы стали темой пресс-конференции. Председатель организации Елена Язева вспоминала о том, с чего все начиналось. В 2002 году в «Колыбель» входили всего несколько человек. Теперь же сформирована целая система по материальной и психологической поддержке беременных женщин, которые оказались в трудной ситуации. В нашей организации собрались люди, которые просто не могут сидеть сложа руки, быть просто, знаете, статистами в этой жизни. Все живут по принципу, если не я, то кто же. Да, мы не можем радикально изменить и улучшить этот мир, но мы каждый на своем месте, каждый в меру своих сил, возможностей, талантов может сделать хоть чуть-чуть, что в его силах, умножить число счастливых матерей. За 10 лет работы 650 женщин, обратившихся за помощью в «Колыбель», отказались делать аборты и стали матерями. Но, как уверяют коллеги Ольги Язевой, на самом деле спасенных жизней в разы больше. Казалось бы, естественное понятие «любовь к матери, к своему дитя», оно сейчас стало как бы новообретаемым нашим обществом. Елена Викторовна предложила в свое время, когда мы были у владыки Сергия, он еще возглавлял этот отдел при Московской патриархии, такую форму – предабортное консультирование. И фактически вот несколько лет назад Министерство здравоохранения приняло это как уже норму. Но кто был инициатор? Елена Викторовна Язева, город Иваново. Так что низкий поклон от всех сохраняет. Это не 650 человек. Это добрые импульсы, которые невозможно промерить. За годы работы общественной организации «Колыбель» был создан Центр защиты материнства. Как уверяют специалисты, часто одна лишь беседа по душам с будущей матерью предопределяет ее выбор. Очень важно, что Елена Викторовна не просто организовала работу материальной какой-то помощи женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, хотя это тоже важно. Но самое главное, что она как лекарь, она пытается вылечить душу, а зачастую это гораздо важнее. Следующий шаг общественной организации «Колыбель» – это открытие детских яслей. Одинокие матери с годовалыми детьми на руках – самые незащищенные в материальном плане. Отдав малыша в ясли, женщины смогут устроиться на работу, чтобы обеспечивать себя и свое чадо. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.